Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, я на Бахарейской, 74, фикс прайс, посмотрите, игрушка на руку Бибабу, 199 рублей, это черепашка, есть зебра, на руку одевается, есть носорог, вот. Строительные палочки за 199 рублей, конструктор. Игрушка-автомат «Хватайка» за 199 рублей. Также настольная игра за 199 рублей. Кто быстрее? На Будапештской 11. Книжка «Безмолвный пациент» Алекс Михайлидес. $77. Ну, как вот тут цены указаны, 77 или 199. Вот за 199 энциклопедия, интересные факты. Настоящие друзья. Грозные охотники. Блокноты «Фантазия» за 99 рублей. 80 листов в клеточку. Очень приятно на общую обложку. Многоцветная шариковая ручка в виде карамельки. Такой желтенький. А потом есть, посмотрите, русалочка. Ой, хвост русалки. Точилка фигурная за 55 рублей в виде панды. Затем тесто для лепки с формочкой, паровозики. Есть машинки. Игрушка счеты. Смотрите, как интересно в виде паровоза. Цены нету. За 199 рублей вырасти свой алмазный кристалл. Что-то новенькое. За 199 рублей плюшевая обнимашка. Автомат с напитками за 199 рублей. Еще одно новогоднее чудо. Вырасти кристалл за 99 рублей. Игровой набор «Веселый малыш» за 99 рублей. За 199 рублей стучалка «Лабиринт» развивает мелкую моторику. Веселая мозаика за 199 рублей. Крем коллагеновый, активатор молодости, стимулирует синтез коллагена, восстанавливает тонус кожи, возвращает коже молодость для лица и области декольте. Цену я не нашла, но я так предполагаю за 99 рублей. Туник детская с принтом за 199 рублей. У нас размер 134 на 68. 100% хлопок. Щетка для ухода за телом за 99 рублей. Вышивка бисером за 77 рублей. Посмотрите, единорог. Какая прелесть. Вешалка многофункциональная за 55 рублей, белого цвета.
снова привезли вот этот вот контейнер за 99 рублей и белого цвета. Вообще замечательный. Жестяные коробочки за 77 рублей. На литр 45. И вот круглые. Также появилась лопаточка для торта 25 сантиметров за 77 рублей. Красная, синяя, черная. Кувшик за 199 рублей со съемной ручкой. Поднос за 99 рублей, пластиковый. Смотрите, какой большой. Розового, салатового цвета и вот такого голубого. Салатник 20 сантиметров за 149 рублей. От Kitchen различные стаканы с трубочкой 450 миллилитров за 149 рублей. За 77 рублей банка 700 миллилитров. Здесь можно написать. Яна Бутаперская, 19, корпус 1. Народные рецепты. Это шампунь для волос 270 миллилитров за 55 рублей. Желтковый. Есть дегтярный и репейный. Так, еще крапивный. Здесь также блокноты за 99 рублей, 80 листов, но здесь еще кисонька, такой красивый цвет коралловый, вот это желтый, ладонь розовая, голубой, для великих мыслителей. Вот встали рядом дерево, кстати, очень симпатично. Так, ну и все. Вот такая гибкая силиконовая линейка за 99 рублей. Дарья Донцова, «Я очень хочу жить. Мой личный опыт» 77 рублей. Сергей Малоземов, «Еда живая и мертвая. Научные принципы похудения». Учимся рисовать машины. Учимся рисовать принцессы и принцы. Потом учебник рисования и чистописанию. Смотрите, прелесть какая. Замечательно. Учимся писать волшебной азбукой. Прозрачные странички. Учимся считать, складывать и вычитаем. Новые декоративные наволочки 40 на 40 за 199 рублей. Полотенце 50 на 110 за 199 рублей, 100% хлопок. Что, кстати, полотенчики серого, салатового цвета, сиреневого, белого. Таблетница на 7 дней за 99 рублей. Также таблетница на 1 день за 99 рублей. Таблетница с вращающейся крышкой за 199 рублей. Губки ароматизированные за 50 рублей. 7 штук. Поднос за 149 рублей. 32 сантиметра. Так написано, поднос. Вот.
Также появился набор салатников 11,5 сантиметров, 6 штук за 199 рублей. Вот такие маленькие салатнички. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Также, чтобы питомцы ваши были здоровы, чтобы все-все у вас было хорошо. Ну и, конечно же, берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, вот, деточек своих, ангелы-хранители вам и вашим близким. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение, взаимопонимание между разными вероисповеданиями. До новых встреч, до свидания.